Приближается конгресс в Орве, и группа Орвы спрашивает, как нам приготовиться к конгрессу в Орве, чтобы прийти к правильному требованию? Мы знаем, что исправление мира следует поступенчато. По ступеням имеется в виду, что прежде всего нужно выполнить исправление, должны выполнить исправление мужчины и те, кто чувствует в себе желание, серьезное желание к объединению. И понимают, что поручительство может быть только в объединении между нами. Женщины присоединяются к ним более пассивным образом. То, что мы изучаем от стояния пред горой Синай. Поэтому то, что мы хотим сделать, мы выезжаем в то место, где у нас нет помех от разных мыслей и внешних желаний. И стараемся быть там в атаке объединения между нами. Это как некая подготовка к Большому Конгрессу. Почему это подготовка к Большому Конгрессу? Потому что если мы сейчас стараемся объединиться только мужчины, все мужчины со всего мира присоединяются к нам, и я рекомендую во всех наших группах, наших группах, это и в домах Аравута или Кабалалям, как они называются, чтобы собрались только мужчины, и чтобы все были соединены с нами. Мы постараемся быть вместе. Это как подготовка. А затем перейдем на еще один этап подготовки к Конгрессу, еще 2 недели. Там сколько остается? 2,5 недели. И тогда на Конгрессе мы будем более готовы присоединить к себе еще мужчин, которые придут на Конгресс и пока не могут участвовать с нами, и женщин. То есть мы готовимся. Прежде всего, это объединение самой внутренней части, а на Конгрессе будет объединение и более внешних частей. И вся цель Конгресса — прийти к состоянию, чтобы та часть человечества, которая вместе с нами движется к объединению, этому конгрессу, называется Конгресс Аравут, имел бы внутреннюю силу, с помощью которой придет пробуждение и передача Аравута, поручительства всему человечеству.